31 января на московском ипподроме состоялись очередные бега. Призов запланировано не было, лучшие орловцы отдыхали после розыгрыша главных призов неделю назад, а лучшие лошади призовых пород готовились к своим главным призам 7 февраля. Начался день с красивой победы Раиля Габрашидова на локотском президенте. По дистанции водили мастак и репортер. На финишной прямой президент сделал великолепный бросок и опередил соперников. Последнюю четверть победитель пробежал резвее 31 секунды. Президент Лок – жеребец с огромным потенциалом. Пожелаем наезднику терпения при подготовке этой лошади главным призам. Второй заезд принес неожиданный результат. Неделю назад Антон Дурнопьянов на карабинере занял 9-е место в похожей кампании. На этот раз карабинер победил с места до места. Соперники даже не пытались вступить в борьбу с ним. Резвость заезда не впечатлила. В третьем заезде по дистанции за победу боролись Локотский и Пекин, и Лисма. Пекин был оторванным фаворитом по игре, однако это не помешало Виктору Бурулеву на Лисме Лок одержать победу. Лисма стоила 20 рублей в одинаре. Пекин финишировал вторым. Далее в заезде четырехлетних орловцев за явным преимуществом победил Лирик под управлением Ларисы Танишиной. Лирик на секунду улучшил свой рекорд. Фаворит заезда Каленый долгое время держался в лидирующей группе, но в левом повороте сдался и практически остановился. В пятом заезде бежали трехлетние лошади. Станислав Труфанов на фаворитке «Магнолия» на противоположной прямой ясно обозначил свое намерение победить. Это не смутило Георгия Макаревича на «Новой любви», которая по записке имела довольно скромный рекорд. За победу боролся также Тимербулат Тунгатаров на «Тайфуне». Эти три лошади до самого финиша претендовали на первый приз, стоимость которого по текущему курсу составила $40. Победила «Магнолия». Она сбросила 4 секунды. «Новая любовь», сбросив 8 секунд, осталась второй, «Тайфун» – третий. Тимербулат Тунгатаров в шестом заезде легко выиграл на фаворитке «Ламбаде». Георгий Макаревич все же праздновал победу в этот день. В непростой кампании лошадей 4 лет он лидировал с места до места на сыне реал-лидера «Криоле». «Криол» финишировал первым с резвостью 2 минуты 6,8 секунды. Он сбросил более секунды со своего рекорда. В такую же резвость был разыгран следующий заезд с участием лошадей старшего возраста, в числе которых было 5 двухминутных крэков. По дистанции водили «Текила Джаз» и «Рэп». На финишной прямой их обошел «Диамант». «Рэп» занял второе место, «Текила Джаз» – третье. Это первая и единственная победа Александра Несяева в этот день, что явилось неожиданностью. В последние месяцы Александр Гаврилович меньше чем на 2 первых места не соглашался. Елена Чифранова наконец смогла уговорить своего папоротника пройти дистанцию без сбоя. Это и принесло ей победу в 9-м заезде. 10-й заезд. Здесь фаворитом была Грегори Дрим, но в итоге она заняла только второе место. Победил Лефорт Син под управлением Антона Дурнопьянова. Резвость победителя 2 минуты 7,6 секунды. Рассмотрим выступление этой лошади поподробнее. В декабре и январе Лефорт показал резвость 2 минуты 12,8 секунды, заняв первое и третье места. После этого, 24 января, он был записан фаворитом. Однако Антон Дурнопьянов финишировал тогда на Лефорте лишь пятым, с резвостью 2 минуты 17 секунд. Ну что ж, подумали доверчивые зрители, бывает. Лошадь устала, вышла из порядка, теперь будет отдыхать, копить силы для будущих побед. Однако уже через неделю, как ни в чем не бывало, тот же Антон Дурнопьянов выигрывает на Лефорте с резвостью на 10 секунд лучше. Обратимся к действующим правилам. Пункт 15.1. Наездники, участвующие в заезде, должны стремиться к победе или занятию максимально высокого призового места. Нарушение этого требования рассматривается как пассивная езда. То есть правила требуют, подчеркиваю, требуют от наездника на лошади с рекордом 2.12, которая готова пробежать 2.07, ехать хотя бы близко к своему рекорду, а никак не в 2.17 на пятом месте. Как и большинство постоянных посетителей ипподрома, очень надеюсь, что судейская коллегия внимательно проанализирует выступление лучшего молодого наездника России 2014 года и лишит на несколько месяцев любителей бегов счастья видеть этого вундеркинда на дорожке. В последнем заезде в упорной борьбе на финише победил Виталий Танишин-младший на коленкоре.